Сегодня современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на лечение болезней и поддержание здоровья человека, но и на его развитие. Профессия медицинский работник – одна из самых востребованных в мире. Этот труд почитают в любом государстве. И они заслужили свой личный профессиональный праздник. В этом году он выпадает на 16 июня. Сегодня в районном доме культуры «Металлург» поздравления принимали медицинские работники Северо-Енисейского района. О других главных событиях уходящих рабочих дней напомним в ближайшие полчаса. Здравствуйте, в эфире программа «Итоги недели». Нашим гостем сегодня будет глава администрации городского поселка Северо-Енисейский Нина Тифанова. В студии для вас работает Лариса Пустокашина. Увидимся через несколько секунд. И в начале выпуска о главных событиях недели в нашем небольшом обзорном материале. До празднования 180-летия золотодобычи в Северной тайге осталось чуть больше месяца. Чем ближе к торжеству, тем активнее все учреждения работают над своими проектами. Все должно быть подготовлено наилучшим образом. Театральные коллективы Елены Федоровой «Зазеркалье» и Натальи Зарецкой «Самородок» приняли участие в краевом фестивале любительского театрального искусства «Рампа», который проходил в Енисейске в рамках празднования 400-летия города. На фестивале оба театра названы в числе лучших. Кукольный театр «Зазеркалье» стал лауреатом конкурса, театр «Самородок» получил признание и диплом третьей степени. Летние трудовые отряды работают на территории районного центра уже почти две недели. За это время они успели привести в порядок многие улицы, парки и дворы. Еженедельно в управлении образования проходит заседание штабов, на котором отчитываются кураторы отрядов. Сегодня в администрации района прошли публичные слушания, на которых был заслушан отчет главы Северо-Енисейского района. Сразу после этого состоялось первое заседание очередной 50-й сессии Северо-Енисейского районного совета депутатов. В повестку дня сессии для обсуждения вынесено 9 вопросов, некоторые из которых касались внесения изменений в бюджет района. Более подробно о заседаниях расскажем в ближайших выпусках новостей и на страницах газеты «Северо-Енисейский вестник». Сегодня гость нашей студии – глава администрации городского поселка Северо-Енисейский Нина Тифанова. Нина Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рады вас видеть в нашей студии вновь. И первый вопрос – это благоустройство, потому что наступило лето, мы все активно боремся с мусором на улицах, который нужно убрать. Какие планы? Но мы не только боремся с мусором, мы приводим в порядок наш поселок, стараемся сделать его еще краше, но планов по благоустройству у нас всегда очень много. В зависимости, конечно, от того, как это все желания подкреплены финансами, но я хочу сказать, что этот год не пройдет у нас впустую, тоже будут выполнены ряд мероприятий, которые непосредственно отразятся на благоустройстве нашего населенного пункта. Часть работ мы выполняем при проведении общественных работ. С предприятий и учреждений мы приглашаем сотрудников предприятий. По пятницам 16:00 такие бригады у нас сформированы. Вот уже второй общественные работы у нас пройдут. Общественные работы. В этот раз мы убираем прилегающую территорию зеленого массива к аэропорту, потому что это ворота наши, прилетают гости, и от того, как они видят, как они встречают, должно быть чисто. Мало того, что мы всем предприятиям, учреждениям, руководителям написали, чтобы на своих территориях они и на прилегающих навели. Но и вот есть те места, которые никому, скажем так, не принадлежат. Поэтому вот там мы работаем в виде общественных работ. Зачищаем, убираем от поваленных деревьев, от молодой поросли, подбеливаем стволы деревьев, чтобы действительно было видно, что здесь незабытая территория. Поэтому вот сегодня такие работы пройдут. Также будут выполнены работы и в центральной части поселка. Благодаря проведению этих работ будет, я так думаю, краше наш поселок. Излюбленное место, где медведи. Будут выполнены работы у нас по озеленению. Активно подключились, получается, ребята второй школы. Они в рамках проекта ЛТО выиграли грант. Сотрудник нам изготавливает вазоны, получается. То есть там тоже будет у нас красиво. И, конечно, вот будет заменен забор наш традиционно зелено желтенький, который по улице Ленина проходит, тоже на достаточно красивый, привлекающий. Поэтому работ будет выполнено много. Ну и помимо текущие, где подбелить, где подкрасить, подремонтировать ступени, эти тоже работы будут проводиться. В этом году мы стали победителями конкурса краевого. Жители за чистоту и благоустройство получили деньги. В рамках реализации этого проекта будет обустроена детская игровая площадка, где ТОС Октябрьский у нас по улице
улице Октябрьской. Называется этот грант «Малышам-карандашам». Там будет сделано ограждение, еще установлены дополнительные мафы. То есть вот такие работы будут выполнены. Ну и сейчас у нас проекты, получается, для создания, для реализации инициатив ТОСовцев, получается, на очереди. Здесь мы тоже поможем нашим ТОСам. Одно совещание уже прошло. У них тоже будет возможность благоустроить свои территории за счет получения небольшой такой субсидии до 100 тысяч из бюджета района. То есть их хотелки, их замыслы, что они хотят. Допустим, может быть, там решат мусорные баки установить все одинаковые, да, вот контейнера, где они будут свой мешочный сбор осуществлять. Может быть, они еще что-то сделают. Вот все их хотелки мы подкрепляем еще и финансово. Это такая первая инициатива. Раз мы создали ТОС, мы обещали, что мы будем работать в этом направлении. И поддерживать надо. Да, поэтому я всех призываю для того, чтобы наш поселок был лучше и краше выполнять. Также у нас уже, если вы заметили, да, в рамках реализации проекта формирования комфортной городской среды идет подготовительные все работы, идут по асфальтированию. Уже вчера мы приступили к асфальтированию, но, к сожалению, вот погода не дает. В дождь мы асфальтировать не будем. Будет Нина Юрьевна, снег начали уже асфальтировать. Мы в дождь не будем. Будет благоустроено две придомовых территории, это, которые стали победителями этого конкурса. Донского 22А, бордюрный камень уже уложен, все сделано, только сейчас укладывать асфальт. И Донского 48, там тоже все подготовительные работы выполнены. Это долгожданно для людей, потому что очень хотелось людям, чтобы было у них красиво. Конечно, они чисто. Не первый год участвуют. Но вот в рамках того выделенного финансирования в этом году у нас два двора будет вот так благоустроено. Если в том году было больше, в этом году, к сожалению, денег нам дали меньше, потому что многие территории подключились, понимают, что это возможность решить свои проблемы. Конечно. Ну и уже сейчас жителям, те, которые хотят, чтобы их дворы стали лучше, нужно задуматься и участвовать в конкурсе на следующий год. Выигрывать. Да, и выигрывать. Еще раз говорю, там минимальное софинансирование граждан предусмотрено. А в основном деньги идут краевого и местного бюджета. Поэтому вот такие работы по благоустройству у нас будут проводиться. Нина Юрьевна, я так думаю, вы перечислили всего лишь маленькую верхушку айсберга, но это основные работы. А все-таки вот наряду с вот этим всем, есть ли какие-то проблемы, разумеется, на которые стоит обратить проблемы внимание? Есть всегда. Мы с этими проблемами боремся, работаем в рамках закона. Это, конечно же, нарушение правил благоустройства. Все в обществе должны быть, жить по правилам, по законам. К сожалению, зачастую у нас люди считают, что соблюдать правила не обязательно. Куда хочу, туда валю, куда хочу, туда делаю. Отсюда получается такая проблема, что вполне не очень приглядный вид на многих улицах. Я еще раз повторюсь, эта улица Набережная у нас грешит этим. Мы выдаем предупреждения, получается. Это те же брошенные это дрова. Это брошенные дрова, это оставленный мусор. Ну и настоящая беда. Видимо, достаточно хорошо финансово живут люди в Северо-Енисейском районе. Это брошенные транспортные автомобили, вот эти вот средства, которые отслужили свое, утилизировать никто не планирует. Автохлам. Автохлам, да. Достаточно тяжелый вот такой вот камень, и выполнить эту работу сложно, потому что сами мы самоуправством заниматься не можем. Так претензии нужно, начнутся. Конечно, нужно обязательно установить владельца. Это можно выполнить только через ГИБДД. Понимаете, каждую машину надо отфотографировать. Не у всех есть уже номерные знаки, это значит, надо найти этот знак, который даст возможность определить владельца. Потом претензионно, вот в последнем случае было, все нашли, а владелец вообще живет в Хакасии. То есть это очень проблематично. Поэтому я призываю всех, у кого отслужил автотранспорт уже свой срок, уберите, утилизируйте, вывезите его на свалку. Это небольшие деньги. Чем вы будете создавать вот такую вот проблему для нашего поселка, да, для жителей, а потом еще и дополнительно. Вот никому не нужна работа, которую можно было потратить на что-то другое. И платить штрафы все равно до каждого. Не сегодня, так завтра дойдем. Вот я точно чисто обещаю. На своем опыте утилизировала свой автомобиль и все. И да, любой нет. Человек. Это, быстро все это все делается очень быстро. И в налоговой, что самое главное, с вас его снимут. Он и... у вас будет снят с учета и не придется за него платить налоги. Да, это нужно делать. Нужно. Я надеюсь, что и ГИБДД активизируют работу и сами будут не только по нашим письмам проявлять инициативу, потому что такая проблема имеется. Еще одна есть проблема. Это выгул крупнорогатого скота. Если вы в этом году увидели, сезон начался. По крайней мере, наши владельцы крупнорогатого скота, согласно закону, который вступил в силу, получили все бирки. Бирки находятся на животных, но это все равно
позволяет им, скажем так, нарушать правила. Открыл калитку, выпустил свое домашнее животное и гуляй. Мы начали выдавать предупреждения. Кто-то понимает, кто-то ведет себя крайне агрессивно. За предупреждением, я хочу сказать, последует привлечение к административной ответственности. Потому что, ну, надо все-таки следить за всем, нужно следить. Это твое животное, содержи, выгуливай его. Паси просто... по правилам. Они просто отправляют. Одни создают красоту, а другие, скажем так, эту красоту рушат. Поэтому здесь тоже у нас вот такая вот проблема, да, имеется. Даже для автовладельцев очень сложно, потому что если собаки у нас сейчас в последнее время стали переходить по пешеходному переходу, вот неоднократно пропускала собаку, не поверите. А вот коровы, это настолько непредсказуемо, она может взбрыкнуть и тут же в обратную сторону побежать. Ну, это много проблем, это даже проблема, не только, да, этим. Да. И следующее еще хочу сказать, что устройство несанкционированных свалок в связи с мусорной реформой занимается вывозкой мусора по закону только региональный оператор, и транспорт используется только регионального оператора, поэтому люди экономят, хотя есть возможность заказать тележку, да, есть уже очередь, это тоже радует, на то, чтобы заказать тележку. Вчера мониторила, на 18 число можно заказать, допустим. Свободное, есть, да, осталось люди, число. Да, люди, ну, было такое, далее пойдут опять продвижение по очереди. Люди стараются, но есть и такие, которые просто валят, вывозят за лесок, вываливают, то есть это, конечно, тоже не... нужно так делать. Поэтому Нина это Юрьевна, проблемка. А вот как житель многоквартирного дома, это мы продолжаем тему мусора, стоят у нас сейчас раздельные баки. То есть мы пластик складываем и мусорные баки. Вот вы насколько как бы вот это вот оцениваете, наверное, это хорошо или плохо? Ну, это инициатива нашего, получается, оператора в виде УККР, они молодцы, они сделали такие баки. Приучать людей надо, если уже за границей везде это давно используется, то у нас, к сожалению, только что пришло. Конечно, это экономия сырья. Да, мы отдаленная территория. Ранее обращались, и люди говорили, такие, особенно старой закалки, почему не собирают? Ведь это столько денег. Мы говорили о том, что, ну, вот не предписано. Сейчас, слава богу, что продумали об этом вопросе. Все это не тяжелое, все это собирается, все это будет переработку пластиковые сдаваться пластиковым. Конечно, это замечательно. Поэтому я смотрю, что главное, все, что установлено, не пустует. Люди откликаются. А если люди откликаются, то они это понимают, важность большинства, по крайней мере, людей. Поэтому замечательно, что наш региональный оператор вот это вот сделал. Пошел тоже навстречу. Да. Поэтому только так мы можем сохранить и экологию нашу, и мы сможем все-таки нашу землю сберечь. И самое главное, это тоже экономия. Нина Юрьевна, и такой немножко легкий вопрос, отвлечемся, да, от вот этих насущных проблем, которые каждодневные, постоянно требуют какой-то заботы. Акция на работу на велосипеде. Что это за ноу-хау, так скажем? Ну, я хочу сказать, что письма, предписывающие включение в такую всероссийскую, скажем, акцию, у нас уже были давно. Единственное, в этом году мы смогли соорганизовать на такой велопробег. На День России собралось, несмотря на непогоду, 18 человек, участников. И дальнейшее, как я сказала, это у нас было не разовое мероприятие. Мы вот такую вот акцию решили провести. Но это тоже альтернатива и общественному транспорту, и автомобильному транспорту. И самое главное, здоровый образ жизни, да. Неделю мы предлагаем пока участникам, кто будет на работу ездить на велосипеде, себя селфить, фотографировать, как они приехали и уехали. 24 числа, в понедельник, то бишь, они сдают свой фотоотчет, что они целую неделю ездили. Ну и благодаря спонсору, это у нас индивидуальный предприниматель Медведев Евгений Владимирович, мы найдем, как поощрить этих людей. Все будет зависеть от количества участников, поэтому я всех призываю с понедельника садиться на велосипеды и ездить на работу на велосипедах и с работы. Я думаю, что, возможно, это и станет доброй традицией. Конечно, у нас горная местность, есть риски, но все же попробовать стоит. Те, кто живут хотя бы на центральных улицах, у них будет такая возможность. Нина Юрьевна, а вот вы присоединитесь как спортсменка? Да, у меня просто велосипеда нет. Надо приобрести. Поэтому даже не знаю пока, что сказать на это. А как же быть со стоянкой? Ведь стоянки вообще не оборудованы. Почему мы сделали? Прежде чем объявить акцию, мы сделали. Уже возле администрации подготовлена парковка. Да. Есть возле молодежного центра. Также мы переговорили с предприятиями, которые, чтобы они тоже на своих территориях сделали, сотрудники и прочее. Поэтому, если вы пройдете и посмотрите на парковке, место для велосипедов уже сделано. Тоже оставлено. Да, есть.
Нина Юрьевна, и, конечно же, у нас самый большой вопрос – это всегда конкурсы по благоустройству. Как будут они проходить в этом году, сколько будет номинаций, кто может в них заявиться? Ну, я хочу сказать, что традиционно, это уже добрая традиция, мы зимой и летом проводим эти конкурсы, этот год не станет исключением. Положение о проведении конкурса уже подготовлено, благоустройство, забота общая. По 6 номинациям можно принять участие, если позволите, я озвучу их. Да, самая конечно. Благоустроенная производственная территория, первая номинация, самая благоустроенная территория образовательная, учреждения, самая благоустроенная территория учреждения социальной сферы, лучший двор, либо улица частного сектора, лучший цветник, клумба и самая благоустроенная придомовая территория многоквартирного дома. Вот таких 6 номинаций. Заявки мы уже принимаем с 13 июня по 25 июня. Хочу сказать, что первые заявки нам уже поступили. Есть, то есть да, у нас да, всегда проходит массово конкурс. Я надеюсь, что этот год не станет исключением. Конкурс приурочен у нас, получается, и к 180-летию золотодобычи в Северной тайге. 85 лет у нас в этом году тоже Красноярскому краю. И хочу сказать, что сам конкурс пройдет с 13 августа по 16 августа. Это когда комиссия будет выезжать, когда у нас итоги уже все расцветет. Да, заседание комиссии мы проведем до 21 августа. И награждение победителей состоится 23 августа. Поэтому мы всех приглашаем, чтобы активно приняли участие в нашем конкурсе. В общем-то, номинации такие, смотрю, что можно как индивидуально принять участие, так и коллективно, так и коллективно. Да, как бы все для творчества, все создано. Да. Нина Юрьевна, спасибо вам большое. Очень рады были вас видеть. Я так думаю, мы встретимся с вами этим летом еще не раз. Спасибо большое. До свидания. Территория Красноярского края перешла на цифровое телевизионное вещание. Телевидение Североенисейской информационной службы по-прежнему показывает в аналоге на канале СТС. Время выхода в эфир тоже не поменялось. Переход на цифровое вещание сулит телезрителям качественную яркую картинку и отличный звук. Так оно и есть. 20 бесплатных каналов уже работают в районном центре поселке Т. И зрители смогли увидеть разницу. Молодежь восприняла изменения на ура. А старшему поколению в техническом плане перестроиться всегда сложнее. Тем более у многих из них телевизоры старого образца, которые цифру не ловят. Им пришлось купить специальную приставку, подключить ее самостоятельно или с помощью внуков или специалистов и наслаждаться четкой картинкой. Но, увы, выпуски нашей информационной службы остаются на аналоге. А если вы в числе тех, кто не представляет завершение дня без нашего выпуска новостей, расстраиваться не стоит. Наш специалист Артем Поздняков сейчас наглядно покажет, как одной кнопкой управлять телевидением. Если ваш приемник не поддерживает одновременные приемы цифрового и аналогового сигнала, то такой приемник, как часто бывает, оснащен двумя антенными разъемами. Антенна вход, который и принимает сигнал цифровой. Второй – это антенна выход. Этот антенна выход мы подключим к нашему старому телевизору. И для того, чтобы смотреть, допустим, телеканал 7, достаточно будет на пульте нажать всего одну кнопку. Давайте сейчас я покажу, как это подключается. Для того, чтобы подключить наш старый телевизор, достаточно купить вот такой вот переходник. Стоит он около 100 рублей, достаточно недорого. И подключить эти разъемы к нашему тюнеру. Первый вход – это разъем типа «мама». В него подключается наша антенна, фиксируется подключение. Цифровой сигнал пошел. В разъем антенна аут подключаем соответствующее гнездо, которое подходит к нему. Вот у нас получился такой нехитрый переходник. Теперь не надо будет перетакать антенный кабель с одного гнезда в другое. Достаточно будет просто сейчас подключить этот кабель в антенный разъем нашего телевизора, и у вас будет работать как аналоговое, так и цифровое телевидение. Вот так. Ловкость рук и цифры и аналог дружно уживаются в одном телевизоре. Для того, чтобы переключиться на аналоговое телевидение, достаточно на пульте нашего телевизора нажать кнопку ТВ-АВ. То есть это переход между нашим цифровым приемником и телевизором. Нажимаем ТВ-АВ. Дорогой. И попадаем на аналоговое телевидение. Правда, существуют приставки, в которых настроить можно одновременно и то, и другое, без доп. Шнуров. Но мониторинг наших магазинов показал, в райцентре такие не встречаются. И сюжета видно, что это не беда. Тем, у кого телевизор нового поколения, тоже просто. Надо также одной кнопкой переключать цифры на аналог.
Но и это еще не все возможности. Выпуски новостей Семис ТВ можно смотреть в интернете, в социальных сетях, YouTube, канале Северинсис Телеком. Или присоединяйтесь к нашей группе WhatsApp. В 12 июня в стране отметили День России. Появился он в календаре красных дат сравнительно недавно, в 2002 году. В этот день мы чтим наши государственные символы, нашу страну. Во всем государстве проходят праздничные митинги и концерты. Погода в этот день не порадовала, но не смогла испортить настроение жителям районного центра, собравшимся отметить его, как и положено, сообща. Подробности о праздновании смотрите прямо сейчас. А я на этом с вами прощаюсь. Приятных вам выходных. Поздравляя друг друга в День России, участники праздничных мероприятий сетовали на погоду, но с юмором. А участники велопробега, натянув дождевики, обкатывают двухколесных железных коней. В числе тех, кто вышел на велопробег, подростки, спортсмены, специалисты спортивного комплекса «Нерика», сотрудники МЧС. И настрой, считают велосипедисты, здесь главное. На самом деле, когда собираемся вместе, вот, непосредственно с соседями, с друзьями и выезжаем куда-нибудь, то приобретаем... Что мы приобретаем? Хорошее настроение. Хорошее общение. А также, да, у нас создается определенный круг людей, с которыми мы дальше как бы дружим и делаем какие-то полезные дела. Ну, то есть, а главный роль играет велосипед? Обязательно, да. Это как бы именно тот агрегат, который нас все вместе сплачивает. Участников велопробега, которым и плохая погода не помеха, поприветствовала Нина Тифанова, глава администрации районного центра. Этим светлым праздником, праздником, который объединяет всех россиян, это Днем России. Наверное, когда живешь в стране, мы не столь ощущаем наш праздник. Но когда выезжаем за границу нашей Родины, все понимают, что Россия – это огромная страна, и мы являемся каждой ее маленькой частицей. Я хотела бы вам всем пожелать крепкого здоровья, оптимизма, чтобы каждый задумался, а вносим ли мы полный вклад в развитие и процветание нашей державы для того, чтобы действительно она была еще сильнее, могущественнее и краше. Она не только пожелала удачи, но и рассказала об акции «На работу на велосипеде», которая продлится до 24 июня. Итоги будут подведены 25-го, и активные участники получат призы. Впрочем, и сейчас есть те, кто в качестве транспортного средства выбирает велосипед. С велопробега и начался общенародный праздник. Из-за погоды торжественный митинг и концерт перенесли в районный дом культуры. Зрители старались разместиться в зале, который не хотел вмещать всех желающих, но как-то чудесным образом вместил. И для каждого из нас Россия своя. Это и улыбка мамы, школьные годы, закат и природа. Ты смотришь в ясное голубое небо, идешь лесными тропами, сидишь у прохладной реки. Это Россия. Древние стены Кремля, блеск куполов над храмами, жизнь, не минувший след. И это Россия. Поздравил присутствующих замечательным и важным для каждого из нас праздником глава района Ешмурат Гайнудинов. С принятием декларации о государственном суверенитете в российскую летопись была вписана новая страница. И это дата для каждого из нас возможность ощутить свою причастность к прошлому и к настоящему нашей великой страны. В этот день мы вспоминаем предшествующее поколение россиян, их дела и свершения, которые сделали Россию такой, какой мы ее знаем и любим. Это люди различных эпох и различных сословий, но всех их объединяли те же ценности, что и сегодня движут нами. Это прежде всего любовь к своей родине, умение ее защитить, а работать так, чтобы обеспечить дальнейшее процветание страны и чтобы у людей была твердая уверенность в завтрашнем дне. Мы в Северо-Енисейском районе уделяем большое внимание социальной стабильности, развитию экономического потенциала, созданию для жителей комфортных условий проживания. И гордимся тем, что Северо-Енисейская земля – это территория согласия, уверенности в будущем.
Это малая родина для представителей многих национальностей. Это земля трудолюбивых и талантливых людей. Он сказал, что нашей стране есть чем гордиться. Бескрайние просторы, богатые залежи полезных ископаемых, лес, но главное достояние есть и остаются люди. По традиции в этот день были вручены главные документы гражданина страны – паспорта. В торжественной обстановке их получили две девушки, которые считают, что паспорт добавляет обязанности, но дает и дополнительные права. Паспорт гражданина Российской Федерации вручается Котельниковой Таисии Сергеевне. Наградили и местных поэтов, принявших участие в конкурсе. Тема им близка и понятна. И вдохновение в строках о родине всегда есть. Мне приятно то, что, допустим, в данный момент вот вдохновение. Я люблю свою родину, Русь. Я люблю свою малую родину. И вот вдохновение, на что у меня найдет, я люблю детей, на то у меня и идет этот стих. Те, кто отличился в сдаче нормативов ГТО, получили в этот день свои награды. Стоит отметить, что наш район стал первым в крае по внедрению комплекса ГТО. 385 жителей района приняли участие в сдаче видов испытаний в 2018 году. Золотым знаком отличия 8-й ступени награждается Замиусский Эдуард Викторович. О том, что главное богатство любой страны – народ, сказала в приветственной речи Ирина Ярушина, руководитель местного отделения партии «Единая Россия». Россия всегда славилась своим народом, своей самобытной культурой, природными ресурсами. И самое главное в ней – это люди, это мы. Вы своим добросовестным трудом, профессиональными достижениями, спортивными и творческими успехами – прославляйте нашу малую родину, наш Северо-Енисейский район. И пусть этот праздник рождает в нас чувство гордости за страну, придает силы и укрепляет наш созидательный настрой. О том, что этот праздник объединяет, говорили все гости мероприятия. И действительно, праздников много, но такой объединяющий, пожалуй, единственный. День России – это самый главный праздник, это святой праздник. Это день рождения государства, в котором ты живешь, это день рождения Родины. Но так как мы северо-енисейские, то это день рождения еще и малой Родины. Поэтому этот праздник чтут. Вы видите, что полный зал, и независимо ни от какой погоды, еще бы люди поместились сюда. Было бы хорошо. День России объединяет всех нас, граждан России. То есть чувство патриотизма рождает. В этот день звучит много слов, стихов и песен о родине, большой и малой, о любви к ней и о том, что для каждого из нас это слово значит. Что такое Россия? Это жаркое лето, когда много цветов на зеленом лугу, когда брызги на море жемчужного цвета, когда хлеб созревает и косят траву. Что такое Россия? Это чудная осень, когда в небе кружат, летят журавли, когда шишки созревшие падают с осен, когда кружатся листья до самой земли. А праздничный концерт, состоявшийся после митинга, понравился зрителям яркостью и разнообразием жанров и номеров.